Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в Приморский край с рабочим визитом. Он ознакомился с подготовкой военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев. Посетил два полигона – Бамбурово и Горностай. Там проходят тренировки береговых войск Тихоокеанского флота. На Горностае сейчас занимаются добровольцы из отряда «Тигр». Здравствуйте. Скажите, да, что получилось? Получается? Так точно. На всех указанных полигонах подготовка организована с учетом опыта специальной военной операции инструкторами морской пехоты Тихоокеанского флота, прошедшими несколько вооруженных конфликтов. Пятое направление – отработка навыков тактической медицины и я метель. Мы как отрабатывались? Да. Вот сейчас они раненого из-под обстрела вытаскивают, у него ранена нижняя конечность, нога, и выводят раненого рукой. Напомним, ранее Юрий Трутнев проверил подготовку мобилизованных и добровольцев в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях. Анна Дьякова, новости на 8.